Понька. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Привет, Даша. Алекс, привет. Что ты просишь? Что ты у нас просишь? Ты так ручки выставил. Я здороваюсь. Здрасте. Здрасте. Мы тоже всех рады очень видеть. Очень сейчас рады видеть. И мы рады видеть Кэрол. Где? Кэрол Кордеро. О! Понял, что издалека, короче, у меня не читается. Я такого не выговорила. Меня тоже не читает. Слушай, Алекс, а у тебя читается издалека? Ну, не, ну если одна рука, как будто глаза. Вот отсюда, да, я могу, кстати. А если один глаз так надо закрыть, так, первая буква. Ты же не на тесте зрения, все в порядке. Так, смотри, я буду как окулист, давай, а ну давай, читай. Значит. Как окулист? Как окулист. Как окулист не надо. Так, а с какого расстояния вот? Так, я возьму вот это. Вообще, как играть? Я не помню. Мы почти месяц не играли, да? Сейчас вспомним. Так. Сейчас я сейчас прощелкаю, вдруг я сейчас огонек увижу и все из машины увижу. Даш, мы даже выходить не будем, все будет сразу. Так, берите вещи. А, Алиш, ты что, ничего не брал? Так. Нет, зачем? Я налегке сегодня. А, ну правильно. Зачем? Это же психушка. Это же фазмофобия. Так, ну, все. Я надеюсь, ключик все взяли. Вижу, готов. Так, обрадуйте. Да, здесь мой сладенький рубильник. О, Даша, спасибо за свет, но знаешь, тут бы мог бы и я справиться в кои-то веки. Вот спасибо. Олег, смотри. В смысле фонарик? Как-то не работает. Ну ничего, бывает. Не тот фонарик. Я пойду пока включу свет. Дай нам знак. Дзынь-дзынь. Да, слушай. Дай нам знак. О, надо предметы пойти проверить. Бегом. Это что сейчас задрожало? Алло. Даша, что ты включила? Я нашла карты. Как у вас только что... Посмотрите. Слушайте, а у вас дрожал только что экран? Карта? Даша, карта? У вас только что экран дрожал, уважаемые. Ну, если ты его дрожала, то он дрожал. Спасибо. Пойдем искать. Слушай, блин, ну карты нам не помогут. А психушка у нас полная прям, да? Полная. Мы ходим. Фул. Бля, ой, дай нам знак. Ну это ж долго, мы будем искать. Прям полная психушка. Дай нам знак. Алекс, а ты куда собрался? Ладно. Дай нам знак. Дай нам знак. Потеряйте. Дай нам знак. Рано или поздно это случится. Дай нам знак. Статистика показывает. Ну да, но я пока продержусь. Дай нам знак. А ты знаешь, как я этого хочу? Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Слушайте, ну мы так и сито толпой. Двери пока не двигаются. А мы сейчас вниз пойдем. Дай нам знак. Долго поищем. Ну ничего. Дай нам знак. Так, а кто у нас? Вы у нас с термометрами, да? Дай нам знак. Ой. Да. Так, пойдем вниз. Я еще и с МПшкой, и с ультрафиолетом. Да ты вообще читер. Пойдем вниз. Да я ж полезный, как... Ух. Дай нам знак. Давайте через морг. Предлагаю в морг. В морг. Давай через морг. Дай нам знак. А что поменяется? Нет, ну мы просто кругаля сейчас тут сделаем. Дай нам знак. Дай нам знак. Может, он дверь откроет где-то? Дай нам знак. Дай нам знак, ты тут? Не уходите далеко, я чуть... Мы тут! О, а это было? Я не помню этих вот следов. Я тоже не помню. А ну давай посмотрим. Дай нам знак. О, здрасте. Дай нам знак. О, как на приеме у дантиста, смотри. Почему у дантиста? Я думала, у проктолога. Дай нам знак. Алекс! По-твоему, такими шприцами в задницу засадится залазить? Ну, наверное, в психушке, да. Дай нам знак. Это ты так не хлоп... Алекс! Знак. Алекса потеряли. Алекс, не уходи! А, Алекс, мы тебя видим! Мы тебя орёт кто-то. Дай нам знак. Слушайте, тут вот дверь открыта. Тут одна открытая дверь была. Проверьте вот эту вот дверь. Дай нам знак. Сейчас проверим. Щупаем. Смотрим. Все остальные были закрыты. Тут 16 градусов. Не, фигня. Так, отпечатков нет, МП молчит. Дай нам знак. Тут кого-то вот тащили. О, нормально. Да. Дай нам знак. О, наша любимая комната. Ой, хорошая. Дай нам знак. Чвяк-чвяк. Комната чвяк-чвяк. Так, включим свет. Пойдем. Дай нам знак. По-моему, я слышу воду. Дай нам знак. Слушайте, по-моему, я воду слышу. Дай нам знак. А она тебя слышит? Я бы не хотела. У меня такое ощущение, что я где-то вдалеке слышу... Дальше, дай нам знак. Ну, очень тепло. Где морг? У меня ощущение, что я слышу текущую воду. Вот тут, смотрите, дверь открыта.
Не факт, конечно, оно не связано, но... Тут 20-е. Это кто? Да, Робинзон Крузо, где сидел 28 лет. Дай нам знак. Да. Его выпускали только по пятницам, да? Да-да-да. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Появись уже, тварь, ну где ты? Я такое ощущение, что он... Очень долго не играли в Фазму, появляйся. Тихо! Ты ж вот это надо, да. Сейчас все будет. Тихо! А вот смотри, вот дверь. Это что было, Даша? Это дверь открыта. Слушайте. Да я просто предполагаю, что он может быть здесь. 19 градусов, и вещи на полу. И что это, бинт, бумага туалетная? Бинт или бумага? Ну смотря как тебе надо его использовать. Может быть бинтом, может быть бумагой. Ой, вот вы слышите кто-то? Призраки говорят. Да, я слышал, я слышу. Да, ну знак, а я нет. Да, а была атака, кстати, я подходил к двери на лестницу, а там замок висел. У нас это тикает. Нет, 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 это не атака, это просто никогда не было. Что? Тикай, да! Тикает, тикает. А почему я дверь открыл? О, метроном, наверное, открыл. Он тут. Бля, стрёмно. Вот и морг. О. Думал, ты сказал, задул, да. морг, ребята, задул свечку, по-моему, он здесь, наверное. А где метроном? Дашка, 19 градусов. Шутки шутками. Гутен морген, да. Гутен так. Слушайте, он... А был выдвинут разве здесь? Хуи морген. Уета. Олег новый трек себе нашел, да, кстати. Слушайте, ребят, ну он здесь или над нами... Или рядом. Пойдем, метроном же как раз или призрак запускает. Или над нами, да, Даш? Или пошли вот сюда. Слушай, а что это за дверь? Это кто открыл? Это Алекс. Ребята, 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 ребята. Это я неаккуратно открыл дверь в морг. Меня здорово. Ребята. Сломал. Он, наверное, здесь. Так. Да тут все тепло. Ну вот это тикание, конечно, будет очень, очень сильно сейчас пугать. Тикает над нами, скорее всего. О, а слушайте, да, ну так она же метроном стоит, он же в парке, который... Нет, их тут много. В каждой комнате почти есть. Да? Я слышу метроном. Ой, прям справа. Рядом. Справа. Да. Прям справа где-то. Сейчас я свет включу, пойду бегом. О, блин, как стрёмно, ребят. По-моему, они его выключили, они нашли комнату. Даша, в этой комнате 1 градус. Супер! 3. Бегите из комнаты, я иду, ищу свет. Где этот драный свет? О. Так, давайте на всякий случай... Про всяк выпадок. Хай будет. Так. Зеленка! Была зеленка! Супер! Я бегу! Вы где? Вы где? Даша! Иди к нам, Даша! У нас есть первая улика, Дашульчик. Супер. Я думал, ты слышал. Да. А по холоду? Что по холоду? Я поставила Даш, камеру. Я камеру, я знаю, я ничего не говорила. Да, лазер вижу. 0, 2, так, пойдем, меня, пойдем, кстати, ребят, пойдем, пробивает. Пойдем. Вот буквально вот, но... Пойдем, пойдем, пойдем за дневником. Ладно, здесь. Давай, ладно. Я поставила камеру. О, гитара даже есть. Отлично, это посиди. Это я. Гитара. Подожди, ты же не гитара. МП оставлю, подожди, стоп. Я не гитара. Значит, огонька я не видела, но я поставила там камеру. А что воду, упала? Которую ты слышала, ты проверяла в туалете тут? Там не было, это ладно. Я, видимо, дождь слышала. Я слышу. Слушайте, а так, она... Все, главное запомнить. Лампочку, что ли, лопнула? Идти. Да я поняла, где она. А, вот же, там трейлер видно. Смотри, чтоб терпение не лопнуло. Лампочка это такое. Мне просто пока что лампочка пропала. Так. Я вспомнил серию, где мы с Алексом друг друга искали тут, помнишь? Или Дашу. Да, 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 вы меня искали. Да, что, а куда это мы пришли? И очень медленно ходили, я помню. Вот. Это было жестко. Что-то мне подсказывает, что это тень какая-нибудь. Она, кстати, здесь знаете, где идет? Она? 30... О, кстати, надо... Кон же выход справа, нет? Да-да-да, подожди, я хочу посмотреть. Пойдем, карты с собой захватим. Давай, картишки, можем поиграть. Картишки, это хорошо. Она какая-то, смотрите, мы уже 9 минут бегаем, а так не было. Тень, что ли? Сейчас посмотрим, что у кого лазер. Все, свечка тю-тю. Нет. Я тени не вижу, Даш. Нет, тень не может быть. И горе. Интересно. Так что вычеркиваем так. А почему да. Горе не... А, да, горе не может, точно. Вы же увидели это. Смотрите, я поставила камеру. Я возьму радио и журнал. Так, я беру соль. Ты со свечкой вернулась, да? У нас да. По заданию. Во. Так, я взял фотоаппарат. Алекс, МПХ возьмешь? МПХ там есть. А там уже есть. Я внутри скину. Пошли. Идем. У меня соль. Ну рядом, в принципе, там фигня вообще пройти. Ну, как сказать, это другое крыло.
левая, край. Край совсем. Какое клюшкое? Куриное. Что это за хрень? Ваш заказ готов. Слушайте, а где он вообще находится? Он получается 37-я. Разве? Угу, это он получается male day room. В мужской комнате. Да, комната забаррикадирована. Male day room. Да что это? Ты туда не ходи. А, все, я останусь тут тогда. Все, давай, да. Я побежал. Слушайте, ну я первый раз вижу, чтобы атаки не было минут 12. Дежавю. I've been hearing this place before. Да, гениально, смотри, побежал. Побежал. Прекрасно. И улетел. Сейчас призрак как придет. Да как надает? Знаешь, главное в VR, чтобы ты в стенку не въехал. Потому что палец уже один раз чуть не отбил. Просто печально. Сколько раз такое бывало? Слушайте, а почему деревенка реально? Блин, что соседи? Ты старый? Ты молодой? А, да, сколько поговори. Тебе лет? Не, давай. Ты здесь? Да, что оставим. Ответь. Давай, оставим. Поговори. Это же мужская комната. Ты меня слышишь? Ты здесь? Это твоя комната? Ты мужчина? По-моему, наступил! У кого ты ультрик? Женщина? На кого? Ультрик. Сейчас... Нет, ультрик. Ультрик. Так, смотри, смотри, Олеж. Нет следов, нет следов. Подожди, подожди, ты, а я вообще не... Я свечу. А у тебя что на фотике? Хорошо. Еще надо светить. А, на фотке, я не знаю, ну посмотри. Бабушка. Короче, подожди, на радио он хочу... не отвечает. Я хочу огонек посмотреть. Давай. А вы дневник принесли? Да, вон лежит. А что это? А, это Алекс так. Листает. Фотка голая. Фотка голая? Так, я с этой стороны. Блин, как-то хочу положить. Блин. О, это уже не я. Это точно не Олег. В смысле? Смотри, АМПшкой. У нас еще и музыкальный кто-то на. Музыкальный призрак? А Гена? Я на пол кидал, где-то тут лежит. Вот вам... Секунду. Блин, свет вырубила, падла. Вот она. Сколько? А сколько там? Двоечка вот, была, по-моему. Ты... Что-то промелькнуло, да. Успел. Было. Что-то какое-то лагучее оно немного, да? Наступает. Слушайте... Психушка. Блять! Да не, тихо, это пугает. А так, да, ну вы поняли, что это такое, я запуталась! Да где фотик? Фоткай! Да он лежит где-то на полу, я же из МПшки выложил, блин. Сейчас фото. Вот он, ну как я вовремя, да? Я нашел! Вот, я вас фоткал. Спасибо. Ну извините. Учтите, сейчас атака будет. Поэтому я пойду вам готовить путь к отступлению. Я думаю, это мираж. Следов не было два раза. Так, сейчас. Не, надо что-то это. Полный хуй Морген, да? Полная уета. Если что, это на голландском. Ты можешь говорить это слово. Это не ругательство, это добрый день, хороший. На голландском, да. Поэтому хуета, это нормально. Так, снимки. Это нормально просто. Слушайте, у нас получается вообще нет следов, да? У нас вообще нет следов. Странно. У нас одна улика в радио не отвечала. Может, он лентяй, просто не хочет наступать? Может такой быть. Так. Козлина. Блин, падла, выбила пробки. А чё мы отступаем вообще? А почему я хочу что еще взять? Пробки выбила, говорю. Ты сказала, ты выбила попки. Какие попки? Я никуда не отступаю, я иду за Дашей. А что все за мной? Свечка наша. А я пошел за вами, потому что я там первых... один очканул оставаться. Я хочу посмотреть, что у нас вообще... Я переставила камеру, может там огонек с другой стороны я увижу. Я не видела огонек. Алекс, мы что с тобой, не мужики, давай вернем-то. Давай покажем этому призраку. Теперь давай уже что-нибудь возьмем. Так, ну смотрите. В принципе, мне все осталось. Он мне свечку не задувал. Кстати, Даш, оставь там свечку в этой комнате. Да, сейчас принесу. Нет? Сейчас, подождите, а что у миража вообще? Олег, МП5 радио. Есть возможность? Кого взять? Благовожку. Нам по заданию аж две надо. Одну в комнате, одну во время атаки. Нам нужно... Я возьму еще одну свечку, слушайте. А где спички, скажи мне, пожалуйста? А, у меня одна зажигалка. И у меня. Тебе подойдет? Спичек нет, извини. Забыли, сегодня не брали. Короче, ребята, нам нужно МП5 каким-то образом получить. Поэтому надо будет дуру доставать. Кэрол, да, у нас там? Пошли. Да, Кэрол. Пойдем. Сейчас, Майона. Какая, значит, если это мираж, играет. Но это какой-то странный мираж. Держитесь от меня подальше со своими вонючками.
Нет, ты со своей свечкой от нас держись подальше. Ладно. Я как-то немножко двусмысленно понял фразу «держитесь подальше со своими вонючками». Саша, ты как бы это, осторожно там на поворотах. Так, тихо, я свет, я ваш путеводный свет. А то мы тебя закроем где-нибудь в комнате и все. Спасибо. Напугали ежика голой попой. Так, я хочу интересное подготовить... Интересное выражение, да, про ежа? Так, если углубиться прям. Куда, в попу? Что? Или в ежа? Да. Ну, как-то не очень понятно. Как можно ежа... Ребята, она опять заняться? Вырубила свет. Никак. Ну, в том-то и смысл, наверное. Дашка, иди включай ежа. Тогда. Я не пойду. Какого почему? Хрена выбивает? Что это за куда... протест? Может быть, это Мара? Да ну, следов Мара нету давно шали. Хотя... Ой, опа! Атака! Выступаем, это вот она! Вот оно, вот оно! Тихо, тихо! Ой, идет бабуля. Сербом. Я прям спряталась без дверей. Охренеть. Кого-то убила, по-моему. Слушайте, ну... Мираж? Не знаю. Гоняет как конь, как слон в посудной лавке. Что-то бабулька как-то разбушевалась. Скольких она убила? Наверное, двоих. Она очень активная. По-моему. Эй! Эй! Быстро за мной! Какая? Ты со мной сидел? Ты со мной все время был? У нас с тобой же забежал! Я не видел! Да, она бегала, как марафонистка, грёбаная! У нас двери не было! Ты понял, что мы без дверей было, да? Сидели? Это было прикольно. Это я был так пипец. Понял, долгая атака Алекса убили, да? Да, все? Там я слышал. А я не слышал, я в дальнем углу сидел от тебя. Охренеть, слушай, я думала уже бабушка все. Бабушка дала, конечно. Бабушка, она Латуша ржет, как девка такая молодая. Вот овца тупая. Ну так бабушкины годы, хочется быть девкой всю жизнь, правильно? Ага. Надо было раньше быть девкой. Слушай, ну я вообще без понятия. Спасибо большое. Спасибо, молодец. Ой, молодец. Порадовался? Порадовался за себя, да? Немножко, ну чуть-чуть, вот буквально. Немножко. Слушай, ну она бегала прям в... Я не знаю, у меня Мара. Да, я вообще стреляет. Подумала, что Мара. Ну, типа, темнота. Слушай, а кто у нас еще может быть? Тай-э? Ну, вряд ли Тай-э. Короче, жрем таблетки. О, Алекс, привет! О, пробежала, да. Пробежала. Угу. Алекс, привет! Здорово! Смотри, с книжечкой. Официант, возьмите, примите мой заказ, пожалуйста. Заберите блюдо, мне оно не нравится. Так, пей. На еще одну. Мне не надо. Так бери, пей, вон третий, пей. У нас же рассудок совсем в какашку, это кошмар. Так, давай думать. Значит, нам нужно каким-то образом МП5 это получить, если это, конечно, мираж. Ну, пошли, получим, попробуем. А у нас есть там МПшка, у тебя есть? У меня в руках. А вонючка у тебя есть? Да, без зажигалки. Так тебе надо зажигалку Алекса сейчас найти, хорошо? Да, мне бы самого Алекса найти сначала, а потом он умер возле, Алекса. Смотри, он где-то возле этой кухни, возле туалета умер, потому что я слышу, как его душило. Кто возле кухни? Кто душнило? Ты. Почему я душнило? Не знаю. Меня смущает. Почему ты меня обзываешь? Ну ладно, хорошо, ты не душнило. Ми-ми-ми-ми-ми. Так. Слушай, ну мне... Атака? А, нет, блин. Меня не включал... нормально. У меня свет не включался. Меня смущает этот мир. Слушай, может, надо было еще соль взять? Ну, простите. Сегодня без соли. Блин. Я попробую МП5, конечно. Сейчас поставлю свечку, хай задует. Может, написала, а?
Нет, Дашка, журнал чистый. Вот овца. Так, слушай, а подожди. Алекса же можно оживить с помощью карты. Подожди, да, что-то... Алекс что-то роняет, по-моему. Может, он где-то тут умер? Вот он, да, он. Забирай зажигалку его. Найдешь? Да, ты ее видишь? Сейчас я свет включу. Где она? Сейчас включу свет. О, 5 МП! 5 МП! 5? Пошел оттуда, пошел! Пошли Алекса оживлять. Бегу! Алекс, мы идем оживлять тебя! Пошли. Алекс летит за нами. 5 МП у трупа Алекса. У трупа? Прекрасно. Алекс, так это ты призрак. В коридоре. Что это было? Это Алекс летает. Какие-то странные звуки. Угу. Блин, какие-то... МП-5. Это может быть мираж. Давай выйдем за эту дверь. Она все равно дурилка картонная пройти тут не может. Ух, вот это пипец, ребята. Так, стоять. Я хочу МП-5, мираж. Нам карты же нужны. Горю не может. Это ты? А, да, слушай, да, ну у нас еще может быть Райдзю. Может, это Райдзю? А чем он подпитываться? У нас же все выключено. Ну там были эти всякие книжки, шмишки. Ну тут, правда, с этим самым. Так, давай подумаем, пошли где вот нам тут сесть удобно. Пошли за мной. Давай, вот тут у нас есть вот такие комнатки удобные. Пойдем. Вот здесь. Ну, в комнате вот тут. Вот тут, например. И что у тебя уже было? А, я тяну. Поехали. Давай. Таур. Yes, папа. Я тяну три карты, потом ты три карты. Смерть. Давай. Ой. Не топай. Пиу-пиу-пиу. Пипири-пи-пиу. Просто он так бегал, ну не знаю. Может, отпечатки мы не увидели. Я не слышу ее. Может, на первый спустилась? Свет потухнет, когда закончится атака. Ну не иди, говорю. Я послушать хотел. Угу. Топать. Она же бегает. Алекс послушает. Он напугает меня тут до усрачки. Смотри. Будьмо. Тающий. Я думал, это ведро летает. Пипим, да? Чтоб не бояться. Тебя свечка дашь? Того. Не знаю. Уже нет. Он накрыл, смотри, стаканом накрыл. Кого? Меня? Все, он накрывает стаканом, и свечка тухнет. Неправда. Нет? Ты меня обманываешь. О, сестера! Не хочешь про сестеру почитать? Нет, не хочу, я хочу теперь книжка подергать. Есть. Дай подергать. Кого? Боюсь спросить. Карты. Даша, нас могут дети смотреть. Карты подергать. А, вот они. Ой-ой-ой. Ну, давай. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Дьявол. Блять! Вот это Ghost Event был! Дьявол, это Ghost Event! Но это пипец какой стрёмный был Ghost Event! Как он сюда переместился? Это Ghost Event! Я понимаю! Пипец. Ну страшно было, что пиздец! Понимаешь, ивент или нет? Hermit. Пипец! А, я тянул? Ну конечно! Ну, вот. Алекс, твоя судьба в моих руках. Поехали. The Moon. Hermit. Wheel of Fortune. Все, моя очередь. Колесо Фортуны. Последнее? Да, это последнее. Все? Блин. К сожалению, поднять тебя не удалось с того света. Слушай, ну я не знаю. Ты думаешь, это все-таки мираж? У нас две улики. Давай выйдем, подумаем. Выходим. Ну, либо опять надо идти солить, но это очень рискованно. Ой-ой. В смысле? Ну, атака. Я думала, я застряла в проходе. Идет же, блин. Она же идет. Сейчас Олег ее сюда приведет, смотрите. Вы же слышали ее смех? Ты кого-то видишь? Идет.
все, давайте думать. Но она ходит далеко. Я сомневаюсь, что это мираж, потому что есть отпечатки. Не было отпечатков. Райдзю, потому что бегала. Но она не прям бегает. По-моему, Райдзю еще быстрее бегает. Не, Райдзю быстрее. Там прям конок, горбо конок, а тут не. Ну, слушай, погнали. Она сюда доходит прям вот вообще на изях. Ну, она же бегает. Ты же видела, она летает просто. Так что это все-таки Райдзю, что ли? А ну давай спросим у нашего Плизрака. Плизрак! Плизрак. Слушай, ну это не Райдзю? Отпечатков она не бегала? Не было, отпечатков мы два раза Мираж таки, думаете? Ног не было. Ну, очень похоже, что мираж. Ну, просто либо это глюк, что они не прописались, там не отпечатались. Мне просто, слушай, Алекс, а она не быстро ли бегала слишком быстро? Не как Райдзю, нет? Ну, давайте попробуем мираж. Фигня, вопрос. Давайте попробуем, говорится. Потому что, ну, реально, мы проверяли, отпечатков не было. Непонятно. Ставьте, поехали. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, кто это. Мне показалось, что, ну, быстро бегал. Опять, может быть, у меня, конечно, проблемы со слухом. Ну, не знаю. I don't know what to say about it. Мираж. У нас Райт Глория. Глория Райт. Прекрасно, сфотографировать. Поехали. Сфотографировать. Короче, это Тэнглвуд. Ну, все понятно. Тут все на изи. Я беру раз, два. Нет. Да, я вообще с закрытыми глазами. Зашли, умерли, вот вышли. Все, зашел, все вышел, подох. До побачения, я пошла. А, все. Давай, давай. Да. Я вообще без фонарика пойду. Да, Даш, фонарь для слабаков, запомни. Фонарь для слабаков. О, ребята, а что тут валяется? Ты с фонариком ходил? Подожди, Алекс, это твой кусок валяется? Алекс, тут ты оставил. Алекс, ты уже тут был? Да? Слушайте, ну это какой-то другой охотник оставил. Смотри, ну вот твоя рация, твоя... Нет, твоя... Твое радио и твой журнал. Твоя медицинская карта, Алекс. Сейчас все узнаем. Все на мне. Так, все на мне. Это странные звуки. Все мое на мне. Какие-то тут пипец странные знак. Звуки. Тут... Дай нам знак. Пипец. Просто пипец. Пипец. Что, карт нету? Карт дай нет. Дай нам знак. Да. Так, пойду-ка я свет включу, знак, тут что-то с вами темно. Темно и душно. С нами. Дай нам знак. По-моему, это дождь. Все-таки. Какой противный звук. Я включила свет. Что, протекает? Показалось, что протекает аж подвал, представляете? Я включила. Дай нам знак. Пока что в гараже 5-7 градусов. О, дверь открылась. О, где-то! Открылась! Открылась где-то, 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 где-то. Я с где-то. Фонариком. И я с фонариком. Алло. Вот тут, наверное. Так. Оп-оп! Ой, да, да, отпечаток! Отпечаток, отпечаток! Ай, вот я... хорошо. Так и не зря я где-то тут какие-то круто. Шуржания слышала. Ты здесь! 3-9! Ты... Ответил, ответил! Ответил, пошел. Поперло. Все, далеко. Можно больше не искать, да? Все, уходим. Так, а кто у нас может быть? Радио. Мимик, Полтер. Фантом, Полтер. Фантом. Двери открываются, ребят. О-оу. Обережно двери зачиняются. Так, а где мне камера? Сейчас я посмотрю огонек. Может быть, это... Ответь, ты тут? Где ты? Может быть, это мимик? Месье Мимик? Что такое активный, слышь? Что за мудозвон? Да, да, да. Слушаешь? Ну, полтергейст может быть. Так. А давайте кучки потом сделаем или сейчас? Давай, Даш. Кучки наложить, вот, кровать, вам. Все, сейчас все наложим, Даш. Сейчас мы таких кучек. Так, а еще наложим кучки. Ну, кстати, да, а почему нет? 7, 0,7 было. У нас кошмар. Я понимаю, но вдруг третья улика, как у мимика? Или там только огонек? Только огонек может быть третьим. А 0,2 тебя не смущает температура? 0, а 2. Вот он из принципа так делает. Зачем вы уже зеленку поставили? Зеленку уже не надо. Несите гитару, ботинки, все, что видите. Детские игрушки. Где тут этот свет? Даш, ты нас с кем-то путаешь. Я не буду говорить с кем, но перепутал. С кем? О, я возьму какую-нибудь картину. Я собачку возьму. Ну, блин, я не знаю, она. Собачку. Давай заведем собачку. Не надо, вот не надо. А я лабутены поставлю. О, супер. Так, слушай, ну не знаю, мне кажется... Ребята, это что? Все, так. Что было за хрень? Это кучку сделал? Нормально, слушай. Мы, по-моему, сейчас с вами и так кучку сделаем. Красиво. Не знаю, мне кажется, полтергейст бы соблазнил, смотря, он даже покачивается. Типа, ну ударь меня, ударь.
Ты думаешь, по-моему, эта хрень уже давно не работает. О, полетела! Опа! Да как полетела! Вот не попал, вот смотри, полетел ботинок! Так, подожди, я сапог взял, давай проверим. Полет ботинка в стратосферу. Ловлю ботинок. Смотрите на кучку. На какую? Алекс, что это за пирамида хуёбца? Что ты сделал? Нормальную кучку наложила. Это Хуеморген. Лайк поставь за кучу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Полтер, бросай давай. Мою кучку, пожалуйста. Слушайте, а из чего это? По-моему, оно как-то... Как оно держится? Подуй, да? Да, он только что так пнул этот ботинок. Я думал, это микрофон направленный. Это кепка, твою мать. Это кепарик. Алекс, что ты делаешь? Давай, Алекс, мы верим. Завалили кучку! Ай, да ёб, ты ну всё сломал без полтергейста! Ты какой джентльмен! Сейчас я обратно наложу кучку. Давай, давай, мы не смотрим. Ноутбук! Вообще вещи нужны. Я вам сейчас ещё что-нибудь принесу для кучки. Так, это моя камера. Блин, слушай. Моргает свет. Нас сейчас тут не убьют. А мы запрячемся быстро прям, молния. Да? Молния Маквин. Я не знаю, как тут ее накладывать. Эй, улыбающийся собаку несу! Попробуй сначала положи кепку, а на кепку положи планшет чашку, на чашку вилку, на вилку нож. Может, вам вот так будет удобнее, не? А потом еще возьмешь это вот так, и кружка, чтобы так, раз, и наверх, так, опа, и... Это не айсбакет, как он там, флип-боттл челлендж, по-моему. Да-да-да-да. Так пинать будет этот ваш плизрик? Или один раз пнул и хватит? Нет, говно, по-моему, можем проверить, насколько хорошо ноутбук летает, как фрисби. Отлично. Вот, давай. Давай, Алекс, давай. Вот. Мы не дышим. Тихо, вы переживаете за меня, давай. Очень, давай. Если придет призрак, а куда вообще убегать? В подвал. Из дома вон. Так, ладно. О, не смеши, не трогать! Налево, Квин. Пизанская у меня это. Тихо, не трогать, я свет даже вырублю. Фотография двух собак. Не надо сверху, упадет. А если я хэнди, смотрите, как вы там, знаете, вытащусь из-под ноутбука хэнди. Не надо! Ну хэнди, тут телефон в смысле. Сверху еще чашечку давай, нет? Не надо, сейчас упадет. Так, я могу рамочку или собачку? Я несу... Рамочку или собачку? Олеж, ты сейчас пропустишь пинание? Я несу тарелку, подождите. Собачка. У меня сапог на поясе. Возьми тарелку, она плоская. Вот это во. Так. Вот, это будет. Ой, сейчас Близзард придет и будет вам. Мне надо стране ложить, то есть. Тихо! Это точно лайк. Так, а может тебе еще принести? Сапог. Не надо! Он сейчас упадет! Сапог! Сапог! Лазун начинается атака, и мы убегаем. Так. Сапоги, скороходы! Мы ведем тарелку из дома. Где несколько людей пришли ловить. Ну это, видимо, не полтергейст. Я не знаю, какой полтергейст не соблазнился бы на такую хрень. Блять! Я с собачкой бегу! Бля. Вот он! Ой, ползает собачка маленькая, ползает! Даша, вокруг машины, или беги, да, вниз, а я вокруг машины ее погоняю. Бля, мне пизда! Нет. Бегает. Уходит. Ничего не слышу. Вот мы молодцы! Докучкались! Так, короче, что, сфоткать Близзарда? Ну нафиг тебя фоткать. Фух, пойду-ка я, наверное, сфоткаю эту кость. Может, даже два трупа. Это я сожрала. Возьму фотик. Возьму раз, возьму два. Здрасте! Пойду сфоткаю кость. Покажите, где ваши трупы.
надо свет включить. Свет. Где тут драный свет? Так, это тут была косточка. Забираем. Буду ходить так. Где ваши трупы? Так, сейчас я свет хочу. Так. Труп один, по-моему, вижу. Блин, а где трупы? Ага. А где Олег? Олег внизу? Молодцы. 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 Бимба. Ребята, это было что-то с чем-то. Опа. Как раз и свет вовремя вырубился. Ну что это, Полтер? Не понравилась ему ваша кучка? Ай, пипец. Как обидно. Ну, я не думаю, что это фантом. И я не думаю, что это мимик. Судя по тому, как он пинал эти ботинки, я думаю, что это Полтер. Будем ехать? Уважаемые, поехали? Поехали. Ребят, может быть, это и не Полтер. А может быть, и Полтер. Ну, надеюсь, что Полтер. Погнали? Огонька у нас не было. Я посмотрела. А может, и фантом, кстати. Но пнул он, как Полтер. Он так, знаете, так... И все. И нема. И сейчас это будет фантом, да? Как назло.